Сотрудники Ивановского МЧС готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, вызванным половодьем. Учения прошли в Шуе. Согласно учениям, лед на ТЭЗе растаял. В зоне подтопления жилые дома, линии электропередач, дороги. Из-за ледовых заторов возникла угроза разрушения моста. Разведку в зоне условной ЧС спасатели произвели при помощи беспилотных летательных аппаратов, снегоходов и квадроциклов. Затем оповестили об угрозе населения и организовали эвакуацию жителей в пункт временного размещения. Лед, условно угрожавший мосту, разрушили взрывом. Завершились учения отработкой действий по спасению провалившихся под лед людей.